Это первый урок первого в Алтайском крае строительно-инженерного класса. Выпускники 113-й школы с этой осени начнут вплотную знакомиться со сферой строительства и множеством ее профессий. Рассказывать об этом будут преподаватели Политехнического университета. Мне бы хотелось ознакомиться с тем, какие были бы здания строятся в нашем городе, какие бы они строились. Какая бы проектировка была бы зданий. Мне кажется, это довольно интересно. Для учеников 10 и 11 классов разработали специальную программу обучения. 1 час в неделю до конца учебного года, как факультет. Постепенно школьников будут знакомить с принципами строительства. Какой формы должен быть дом? Из каких материалов лучше возводить дома? Как составлять проект и смету? Сегодня история строительства жилья. А в планах и экскурсии на строительные объекты города. Такая работа со школьниками должна повлиять на всю индустрию в крае, как минимум в виде будущих студентов профильных направлений. Мы этого не скрываем, отчасти сами строительные компании выступают инициаторами открытия таких профильных классов. Вот сейчас на протяжении года они будут обучаться у нас в университете, на базе своей школы. Наши преподаватели будут туда ходить, преподавать им определенные дисциплины в рамках данного направления подготовки. И, конечно же, мы хотели бы этих детей увидеть в следующем году в числе наших абитуриентов. За это время мы должны школьников познакомить с основными понятиями строительства, с основными проблемами, которые существуют в строительстве. И самое главное, как бы сориентировать их на то, что изучение школьных дисциплин, безусловно, является основой для того, чтобы успешно получать строительную специальность. Другими словами, задача профильных преподавателей – показать, как знания из школьной программы применяют в строительной профессии, а значит, какие предметы стоит изучать более плотно еще за школьной партой. Заинтересует ли этих парней и девушек эта сфера? Узнаем уже через год, когда первые выпускники строительно-инженерного класса начнут выбирать будущую профессию. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком.